У меня есть две вот такие вот книги, и хочу на их примере показать вам один интересный момент. Обе книги абсолютно одинаковые. Вот у них одинаковый титульный лист и одинаковое количество листов. В обоих 516 страниц. При этом толщина блоков очень сильно разнится. Один тонкий, другой толстый. Знаете почему? Ответ на этот вопрос мы нашли, когда занимались изданием этого учебника, когда разбирались, как переплетали книги в 19 веке. Вот здесь показана технология отбивки листов, а вот тут описана технология колочения книги. Вот сам процесс. Смысл в том, что книжный блок вот этой тонкой книги был отбит. То есть каждый лист отбили специальным молотком на специальном наковальне. Листы стали гладкие и ровные. А этот блок не отбивали. И даже вот если так присмотреться, он имеет неровности, шероховатости и волнообразность такую небольшую. Именно по этой причине один блок тонкий, а второй толстый.